Привет. Начинаем прямую трансляцию сейчас с Мансуркой, с нашим. Так. Вот тут наши склады, запасы кратковременные для медведя Мансура. Сегодня еще ребята привезли мед. Поэтому куча всего вкусного. Орехи, мед. Поэтому берем помидорки. И идем к Мансуру. Ключи от вольера. Он купался в хорошем настроении. Мансуркин, и снова привет. Что ты жуешь? Ждешь уже, ждешь. Иду к тебе с помидорками. Разреши, пожалуйста. Вот, молодец. Привет. Так. Главное, с маму не попасть под электропастух. Да, да, да. Ой, ты мокрый. Мокрый, купался. Пойдем, пойдем, эти помидорки дам. Пойдем. Да, я знаю, ты чувствуешь. Чуешь? На. Два. Поймайте третью помидорку. В бассейне будешь ее? Посмотрим. Будет она плавать, не будет. Вот помидорка. Гон у него закончился. Сейчас начинается период нажировки Мансурки. Купается активно. Купается и кушает. Жара уже такая спала. Но вода теплая. Правда, надо чистить. Уже круг, похоже, Мансур в бассейне раздербанил. Шубка шикарная, да. Ну, сейчас подшерстка нет еще. Нет. Старый он практически уже весь вылез. Чуть-чуть осталось, да. Все, помидоры ты все съел. Эй, ты морда. Пообщаться, пообщаться. Пообщаться, да. Взять за руку. И куда мы с тобой идем? Сюда. Беремся. Помост. Большой и красивый. Большой и красивый ты наш. Косолапкин. Круков. Ну, так и раздербанивает. Карманы, конечно, проверять. Там помидоры лежат. Скоро у тебя горка новая, новая будет. Осенью, я надеюсь, поставим. Тут у нас ардебористы. Вот. Начнем заниматься деревьями. Молодец. Садись, ложись, давай, вот. Надо, да, одной рукой взять, одной лапой руку, другой придавить.
чтобы никуда не делся. В понедельник начнут пилить. Нет, дыни не любит. Сложить. Общаться, конечно. Тихо. Что такое? Я и так с тобой. Куда ты меня пытаешься путь? Пение аккуратное. Но скважина. Мы никакую обработку от клещей не проводили. Опа. Да, залез. Ой, надо ставить здесь, покупать Wi-Fi роутеры. Тогда интернет будет получше, не будем так виснуть. Попа толстая, жарко. Ну, в Ютубе, может быть, тоже проведем трансляцию. Да. Бегом, бегом. Давай играть с тобой. Ой. На. Вот так, да? Вот так. Манс. Ну, ты резко слишком. Резко. Успокаивайся. Энергичный наш медвежонок. Не, я так с тобой играть не буду. Хочется играться. Не-не-не-не-не. Зубы. Разыгрывается быстро. Настроение хорошее, но хочется играть. Энергии тоже много. Поспокойнее. Мансур. Нельзя. Так нельзя. Аккуратнее надо. Ну, Манс. Ну, в общем, серьги пока висят. Слезут. Все. Ты слишком активный. Тормозим игру, потому что он разыгрался. И, в общем-то, ну, с учетом его силы реакции, уже его в игре не побороть. Поэтому, как только вот такая активность начинается, ну, значит, приходится завершать прямое общение. Да. Ну, миски. Одна полная, вторая он подъел. Ну, фрукты, в общем-то, сегодня вот раскидывали
И давали так, и раскидывали по вольеру. А арбузные корки, ну, попозже уберу. Или завтра, Дима. Вот. То, что он под ёпом, сейчас он активный. Не убрать. Что еще? Трава растет. Андрей вот у нас садом занимается. Малину подрезал. Ремонтанную пока не стали трогать. Завтра во сколько приду? Ну, не знаю. Утром, наверное, забегу к нему, пообщаемся. Пока он еще так не разыгрался, не разошелся. Вот покажу вам малину, которую вырезали. Вот здесь были большие так. Ну, а малина отрастет. Сухое. Все вырезали. Где-то яблочки вон зреют. Не знаю, во сколько завтра. Как проснемся, так и пойдем к Мансуру. Утром. Орехи в саду. Вы знаете, сейчас, если пойду к орехам, я боюсь, интернет отключится. Они есть. Они просто в дальней части сада. И интернет не вытянет. Я уже туда пробовал ходить. Отваливаются. Они есть, их достаточно много. Соберем. Дадим Мансуру. А то посмотрите, какие у нас вот здесь яблочки уже. Это вот такая многопрививочная. Яблони, 5 сортов. Давайте Мансуру дадим. Самое красивое. Сейчас посмотрим. Мансур! Он стоит. Иди яблоко дам. Только что сорванное. Иди сюда. На тебе яблоко. Свежее. Будешь? Что, типа не хочу? Ешьте сами. Ты мне его вытолкнул, да? Я себе еще сорву, если я захочу. Это твои яблоки. На. Ай, ты благодаришь. Благодаришь. Ну ладно, кинем яблоко ему. Миску съест. Нос. Смородину черную кушает, красную и белую не хочет, это кислая. Крыжовник ест, черноплодку очень любит. Кстати, если у вас есть рябина, вы можете собрать и прислать. Так, похоже, сейчас пойдет купаться наш друг. Давайте посмотрим сверху. Ну да, заплывы. Любитель водных процедур. Ой, шариком. Помидоры обожает. Вот он со своими игрушками. Но рябина, она достаточно хорошо переносит отправки и транспортировку.
черноплодную, можно отправлять рябину, калину, обычную рябину. Игровую сначала сделают. Сделают в Москве, соберут. Мы на это сюда приедет. И будем вместо этой игровой ставить. Сам жду. Нерешаемая логическая задача. Как это так? Круглый шар не проходит. Шар в кольцо не проходит. В круг. Непонятно. Лапы проходят, а шар нет. Да можно все построить. Ну, и новый домик. Ну, новый дом, он у него стоит. Вопрос, зайдет, не зайдет. Давайте мы сначала игровую сделаем. Потом надо с Wi-Fi решить, чтобы прямые трансляции можно было делать из любой части вольера, сада. И не ограничиваться только малым вольером и той частью малого вольера. Вот я на горку зашел. И все. Рябину черноплодную без веточек. Можно без веточек, можно с веточками. Он их прекрасно и с веточек собирает. Игрушки. Я не знаю уже. Давайте вот игровую сделать, будет это у него новая игрушка. Большой домик, почему боится, он спал в нем, но, видимо, под настроение. Обычно, если вот так посмотреть на его поведение, любая новая вещь должна вылежаться. То есть пройдет сначала там какое-то время, когда вещь приобретет уже привычный запах, Мансур привыкнет. Вообще медведи-звери очень осторожные. Поэтому все, что-то все новое, да, у них вызывает интерес, но при этом они крайне аккуратно относятся. Берлогой заниматься начнет, я думаю, ближе к ноябрю. Пилка деревьев начнется в понедельник. Договорились, что в понедельник в 9 утра приедет команда ребят под контролем Димы. Здесь начнем потихонечку выпиливать деревья. Березы точно не трогаем. Начнем сухие. Вот как видите, у нас есть и сухие здесь стоят. Вот сухие. И вот эти осины, которые хрупкие, которые есть шанс, что она упадет в вольер. Может развалить, как вот уже падало у нас дерево. Поэтому сначала снаружи будем выпиливать. Мансур, да, он большой, сильный. Вы знаете, на третьем году жизни уже медведь намного сильнее человека. Но пока он не разыгрался, он, в общем-то, понимает и контролирует свои силы. В ролике, где Мансур по ступенькам сбегает, это на аэродроме Орловка, это диспетчерский пункт, там на втором этаже или на третьем даже. Диспетчера, вот он бегал к диспетчеру. Вот радуется. Деньги будем собирать на опилку деревьев. Ну давайте мы начнем сначала делать. Мы это делать будем поэтапно, эту пилку.
Поэтому и опять же за каждый этап будет понятно, ну вот сделаем какой-то первый там объем работы небольшой, там тысяч на 40-50, ну вот устроим сбор. С каналом на YouTube, ну что, YouTube отключил все российские каналы, любую монетизацию. У нас и так она, если вы посмотрите отчеты, мы уже много месяцев не получали. До этого была огромная проблема вывести деньги с YouTube. Сейчас там накопилось там около 3000 долларов. Пытаемся вывести. Вот съездил в Мособлбанк, завел счет. Там же до этого выводили через Райффайзенбанк, и они 1000 долларов вывели, и они 1000 долларов забрали себе. Еле-еле уговорили их в виде исключения эти деньги отдать. У них комиссия такая была. Сейчас Мособлбанк вроде как, и в Челябинске. Вот два банка, которые, через которые можно вывести то, что было на счету. Пытаемся вывести сейчас. Получится хорошо, но не получится, значит потеряли. Вот. Дальше YouTube. Ну вот, как бы все для России. Уже AdSense ютубовский для России не работает. Поэтому... Ну что, друг, накупался, наигрался? А... Ну, привет. Будь аккуратней. Купался, пришел, посмотрел, пообщался, пошел в большой вольер. Пытался я сделать приближение, зум, после этого трансляция совсем зависает. Поэтому... Да, щелкает пастух, видимо, где-то в большом вольере коротит, может быть... Что-то из кустов, вот похоже, что-то из кустов там. Ну, знаете, нет, не раздражает его треск пастуха, работа реактивных двигателей. Но он спокойно к этому относится. Но опасается, понимает, что пастух дерется. Со связью постараемся в каком-то ближайшее время поставить здесь точки Wi-Fi, подключить, чтобы можно было делать трансляцию. Не вытягивает у нас та точка, что есть, а мобильная связь совсем не тянет. Поиграл и пошел своими делами заниматься.
Да, покупался и вперед. Яблоко съел, интересно, или нет? Нет, лежит. Яблоко лежит. Где-то в чаще, в большом вольере. Новое, новое. Вот сосенки, которые мы посадили в этом году с Димой. Как видите, прижили. Дали новые ростки. Комарей есть, но немного. Поэтому такие же сосенки, я думаю, будем сажать здесь. В общем-то, вместо спиливаемых деревьев. Благо, есть рядом поле, которое зарастает подобными саженцами. И можно здесь спланировать. Да. Вот наш друг выходит. Проведал свои ромы. Может быть, поел что-то. Вот это дерево. Возможно, придется тоже подпиливать. Но убирать его точно полностью не будем. Потому что для мансуры это такой столб характерный. Дадим веточку сейчас черноплодке. Все не обрываем, чтобы растянуть. Канистру оставим пока. Можно потом новую подвязать. У нас этих канистр остается из-под химии для бассейна. Мансур, будешь черноплодку? Ягодки, держи. Посмотрите, как... Так. Как он аккуратно обрывает ягодки. Ну... Ага. Друзья, ну продолжаем трансляцию. У меня есть еще минут, чтобы заранее сообщал, когда будет трансляция. Я буду стараться, но все были каждые выходные. Стоит. Рядом с кухней у нас там стоит Wi-Fi роутер. Да. Да. Простите, пожалуйста, что трансляция такая вот у нас. Видите, даже в контейнер чуть-чуть захожу и уже начинает отключаться. Наверное, у всех не хватает интернета. Не хватает Wi-Fi. Ну, будем. Будем делать роутеры. Ставить. Не успел прочитать вопрос. Вопрос какой, что у всех подвисает? Думаю, что да, у всех. Не вытягивает интернет. Хотя на тот же, в том же YouTube вытягивал. Видео со строительства игровой. Да, я попросил делать видео, присылать, как только что-то пришлют, обязательно будем публиковать. И в Дзене, и в Ютубе, и везде. Ютуб мы не бросаем, к сожалению, как средство
какого-то финансовой помощи YouTube все меньше и меньше становится. Donation Alert единственное работает, вот то, что сбор денег, то, что вы видите в YouTube на трансляции, где вы непосредственно жертвуете. А за счет рекламы мы уже все, ничего не получаем. Пытаемся выдернуть оставшиеся деньги, которые там накопились, которые мы не могли вывести. Красавец ты, Мансур. Я знаю, тебе хочется пообщаться. Это бетон. Тут ты ничего не выкопаешь. Отмостку, конечно, сделали замечательно. Это когда строили бассейн, залили. Нюхает, да, он втягивает воздух и, в общем-то, за счет этого воздуха втягиваемого получает себе информацию. Ты взвеситься решил? Интересно, какой у тебя сейчас вес? Вам бы такого друга, как Мансур. Да, друг хороший, но требует, в общем-то, большого внимания, большой ответственности и много-много сил и средств, в общем-то, на содержание. Пошел в свои заросли. Мансур, да регулярно он хитрит. Ну, это видно по морде. У него морда становится хитрая такая. Понятно, что сейчас что-то нас шкодит. Ушел в свои заросли. Где он там бродит, непонятно. Дима, когда ходил вырубать, говорит, невозможно. Вроде дорога есть, но пройти невозможно. Хоть на четвереньки становись, чтобы вот по таким дорожкам пройти. Мансур себе протоптал тропы. Вы знаете, нет, он не такой шершавый, как у кошек язык, скорее, как у человека, ближе к человеческому. Мягкий, теплый, не как там у коровы или у кошки. Вы знаете, дали доступ к странице Ютуба, да, Энди, живущего в Австралии, он как администратор, но проблема-то какая сейчас с Ютубом, что нужен AdSense, зарегистрированный не в России, дальше эту YouTube страницу привязывать к этому AdSense, AdSense это, там, грубо говоря, кошелек, ну, если так вкратце, кошелек гугловский. Вот. И дальше с этого AdSense нужно выводить куда-то на какую-то карту той страны, которая зарегистрирован AdSense. То есть вот у нас есть AdSense, зарегистрированный в России. Я попытался вывести на карту Киргизии. Как вы думаете, у меня получилось? Нет, у меня даже не принял эту карту. Вот. А сейчас еще все российские AdSense открепились от страниц YouTube. То есть даже от иностранных
просмотрщиков, ну, людей, кто смотрит, зрителей от иностранных или от наших, кто смотрит через VPN, YouTube, уже невозможно получить никакие деньги. Поэтому мы переходим в ВКонтакт, Дзен, в надежде, что хотя бы здесь мы сможем, ну, какие-то деньги собирать, получать за счет рекламы на содержание медведя и содержание всей инфраструктуры. Мансур, он, у него еды более чем предостаточно, поэтому он не воспринимает человека, для него человек в первую очередь это какой-то друг, это компаньон, это объект, с которым можно общаться, и уже потом это объект, который приносит еду. Как видите, еды у него и по вольеру раскидано, и в мисках, поэтому с едой нет жадности. Нет вот такой жадности, как там, я не знаю, у спаниеля на еду у медведя. Он съедает столько, сколько ему нужно, и можно изо рта у него достать еду. Рутуб, вы знаете, не полная замена, он слишком слаб, скажем так, в отличие от Ютуба. Невозможно сделать трансляцию нормальную. Деньги лучше всего не мне на карту даже, а лучше всего на фонд, потому что все содержание медведя идет через фонд «Мир медведей». Там же отчетность публикуется. Деньги, что попадают мне на карту, я перечисляю на фонд. Ну, будут еще трансляции, Элиза, поэтому вы можете, будете задать вопросы на тех трансляциях. Да, ты пришел. Пришел вы, о, ты высокий. Вот мы встаем на задние лапы. Вот такой живот у медвежонка. Так, что у нас размыто? Ты дыхнул, и у меня запотела камера. Давай в процессе, ну, сроки, я думаю, к осени где-то будут. На карту, да, проще. Проще, ну вот. Я, конечно, переживаю, что как бы налоговая ко мне не пришла с этим. Поэтому прошу, если есть возможность, то на фонд. Селфи-палки, видео. Ну, это надо сбрасывать мне на компьютер, обрабатывать. И тогда выкладывать. Наверное, ну, после выходных выложим. Ну. Селфи-палки будет просто видео. Ну, что-то я там пытаюсь рассказывать, но общаясь с Мансуром, надо ему все-таки внимание уделять. И так он... И так он на селфи-палку уже стал реагировать с интересом. Так, надо что-то отковырять. Конечно, надо тебе защиту весов выковырнуть. Любознательный ты наш. Вас принял, что выше. Вначале побаивался, а потом все больше и больше интереса, что это такая за штука. А когда в бассейне, так стал за ней плавать. Ну, посмотрим. Видео там получилось интересное. 321 килограмм. Прекрасно. Набираем вес. Надеюсь, к спячке 350 мы наберем. Дрон живой. Дрон, да, все нормально с ним. Надо как-нибудь привести его, поснимать. Друзья, ну стою вообще-то совсем рядом с Wi-Fi точкой. Простите, ну вот. Вот контакт. Видите, намного хуже.
показывать себя. YouTube. Ну, будем в YouTube, значит, делать, а потом ВКонтакт добавлять. Сейчас пошел траву есть. Захотелось ему травки. Ладно, ну... Вы хотите просто приехать посмотреть на него, как вот я сейчас стою, ну... В виде исключений, ну, можно, конечно, 50 тысяч для нас это приличные деньги. Дрон, да. В общем-то, сейчас на каждый полет нужно разрешение получать. Ну, можно втихую его запустить. Да, вот черный кот правильно говорит. Нет у нас посещений. Отказались мы от них, потому что, ну, нет возможности всех людей встречать, сопровождать. И самое главное... с некоторыми людьми бороться. Дреды, понимаете, висит у него на шерсти этот дред. Висит эти дреды. Когда начинаешь снимать, он, конечно, начинает... Ему не сильно приятно, что его дергают за шерсть, поэтому может огрызаться. Они сами сойдут, свалятся. Да, дреды отпадут. Это уже фактически финишные остатки шерсти, которые прошлогодние, которые сходят. Друзья, я, наверное, буду... Мансурку ушел. Я, наверное, тоже пойду, потому что у меня еще есть дела. Постараемся завтра сделать тоже эфир. Наверное, в Ютубе. Йорик угрожающий, да. Да. Вам всем спасибо.